Суд в Великобритании вынес решение, согласно которому веганство – философское мировоззрение, а его приверженцы защищены британским законом о равенстве и недопущении дискриминации. Иск в трибунал по трудовым спорам подал Джорди Касамиджана, который счел, что был уволен с работы из-за своих убеждений. «Думаю, что доказательства с моей стороны были настолько очевидны, что судье даже не пришлось задавать мне вопросы». Это теперь касается сферы услуг, например. В больнице, если вы как пациент не получаете веганский завтрак, обед или ужин, у вас появилось право требовать пищу, которая вам необходима, потому что теперь это признанное мировоззрение. Владелица этого магазина для веганов приветствовала решение суда. Когда мы открылись, это было в 2016 году, о веганстве мало кто знал. Не было ресторанов и кафе для веганов, не было веганских блюд в обычных ресторанах, а сейчас почти у каждого есть знакомый веган. Что думают жители Великобритании по поводу этого судебного решения? Даже не думаю, что веганство – это что-то серьезное. У нас же есть зубы, мы едим мясо. Наверное, это правильно, если не ущемляет наши права, права тех, кто любит есть мясо. После признания веганства философским мировоззрением, трибунал по трудовым спорам британского города Норвича рассмотрит вопрос о том, был ли Джорди Касамиджана уволен с работы из-за его веганских убеждений.